И вновь всем хайку, друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем. Так, описание следующего задания, давайте послушаем. Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Так, ну давайте начнем задание. Здесь будет эволюция таракана и плюс один Керриган. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет! Нет! Но если я сниму защиту... Нет! Не телепортируйте меня! Нет! Ты позволила протосам забрать ее? Она станет их смертью. Должна предупредить тамплиеров. Давай. Слушай внимательно. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна и выполняй мои команды. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. Окей, моя королева. Ползем. А теперь ступай и породи потомство. Ползем все глубже и глубже. На этом корабле полно живых существ. Тебе будет легко найти биомассу. Согласен, но... Как же мне в итоге их поглотить? Ладно, с этим разберемся немного позже. Пока. Зелот, спрячься в этом существе с помощью паразитического заражения. Что за шум? Отлично. Он ушел. Убей своего хозяина. И двигайся дальше. Хочу немножко подрасти. Часовой, спрячься за дымовой завесой и подожди, пока он скроется. Почему я не могу вниз переместиться? Их с поля защищает. Обнаружено здесь землю. Приоритетные задачи установлены. Остальные задачи отменены. Начинаю патрулирование. Какой нехороший. Теперь он мне не даст просто так пройти дальше. Что же мне делать? Собрать еще кучу биомассы. Ладно. Пройди мимо, и я покажу тебе, на что я способен. Я спрячусь. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. Ну хорошо, моя королева. В этом Урсадоне паразит Зерга! Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом Зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться.
Это последнее, что вы увидите, друзья. Пришло время стать матерью стаи. Серьезно? Ну ладно, мутируем дальше. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Ну окей. Я вырасту. А, так это много лучше. Невыполнимо. Тебя зовут Неадра. Твоя цель — породить потомство и уничтожить протосов. Убей их всех. Я живу, чтобы служить тебе. Нужно убить этих существ. Я могу поглотить их биомассу и использовать ее, чтобы вырастить свою стаю. На корабль проникли зерги! Воины, убейте их! Как пожелаешь. Этот корабль сгорит. Как пожелаешь. Да, моя королева. Черт, я пока не могу мутировать. Какая жалость. Мы повинуемся. Несомненно. Во славу Роя! Сломите их защиту! Рой ничто не остановит! Во славу Роя! Ну давайте тогда убивайте быстрее! Моя королева. Надо мутировать дальше! Еще дальше! Единственный проход дальше по этой трубе. Вперед! Ну что ж, давайте. Бой, мои малютки. Несомненно. Я подожду вас. Тот механизм питает щит. Двоих вполне хватит, чтобы... убить остальных. Веди мою стаю. Этот корабль сгорит. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! Интересно, а этот щит тоже не преграждает? В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? Ну здесь же холодильник, ребятки. Ну давайте пойдем сюда. Нет, я ну слышу. Ладно. Невыполнимая команда. Так, наша я почему-то все время забываю, что ее зерлинги бесплатные. Да, моя королева. Как пожелаешь. Мы повинуемся. Больше, больше эссенции. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакуроса. Я... Ну что ж, мои детки, в путь дорогу. Уничтожьте их всех. Да, да, именно так. Убивайте их нежно. Щит отключен! Теперь я уничтожу прыжковый двигатель! Этот корабль сгорит! Для этого достаточно провести зерглинга в побоку. Нет? Ну и ладно. Я не Адра. Охота... Тревога! Обнаружено повреждение прыжкового двигателя. Немедленно эвакуируйтесь. Остановить их! Зерги не должны добраться до стазисных камер! Мимая
Детки мои, давайте мы сделаем это быстрее. Вам не сдержать, Рой! Я невыполнимая команда. Как бы желаемая команда. Я добрался. Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Ну зачем? Ладно, давайте. Сражайтесь, детки мои. Да. Неадра, пора эволюционировать дальше. От этого зависит рост твоей стаи. Ну что ж, вырастем. О, да. Мы стали больше. Уничтожить образцы! Нельзя дать зергам их поглотить! Убейте протосских воинов! Нам нужна эта биомасса! Быстрее, детки мои, быстрее убивайте их, чтобы они не убили мои образцы биомассы. Впрочем, это уже не важно, я и поглотил их всех. Да, веди мою стаю. Невыполнимая команда. Отлично. Так. Я невыполнимая. Наши войска атакованы. Какой нехороший воин. Ну что ж, мы собрали всю эссенцию в этом зале. Бежим дальше. Как пожелаешь. Охота продолжается. Несомненно. Ну нет, я не позволю тебе убить всех моих личинок. Эй, не трогайте моих малявок, сволочи. Я не жду приказов. Охота, веди мою стаю. Несомненно, я слышу. Мы соскучились по бою. Тебе надо перейти на следующую ступень. Скоро тебя ждет последний бой. Я уже почти готов. Мамочка стала больше. Невыполнимая команда. Готова. Мое войско ждет. Нельзя дать им убить Урсадона. Этот Урсадон мой. Давай, нужно убить этих протосов. Пожелаешь. Во славу Роя! Охота продолжает. Я слышу. Мы повинуем. Мы соскучились по бою. Давайте убивать их. Протосы собрали большой отряд. Подготовься к атаке. Да я вроде как королева. Готов. Этот корабль сгорит. Невыполнимая команда. Больше этот корабль не продержится! Готовьте спасательные капсулы! Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили.
Протосы не должны доставить весь наш Акурос. Не волнуйся, они ничего не доставят. Я об этом позабочусь. Наших братьев. Они начали готовить к вылету новые спасательные капсулы! Уничтожить их! Враги не страшат меня, ибо со мной вся сила Кхалы. Так, продвигайтесь, детишки. Хватит стоять без дела. Веди мою стаю. Да, моя, я не Адра. Мы не уйдем в пустоту без боя. Мы повинуемся, как пожелаешь. Ну что ж, так все долго-то. Веди мою стаю во славу Роя. Мы соскучились по бою. Невыполнимая команда. Этот корабль горит. Нас никому не победить! Мы пожертвуем своими жизнями ради Кхалы! Конечно, пожертвуйте! Невыполнимая команда! Охота продолжается! Малявочки мои! Убивайте здесь все! Не щадите никого! Я жду приказов! Мы соскучились по бою! Конечно, это больно, но так прекрасно. Все протосы мертвы, моя королева. Моя королева, ты слышишь меня? Мы остались одни. Королева Клинков поставила перед нами одну цель — уничтожить протосов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. Какая жалость. Бедняжка немного полетела своей головой. Ну ничего, мы будем служить. Ладно, всем, друзья... Пока, удачи. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.